Чувашская государственная академическая симфоническая капелла готовится к открытию сезона. На репетиции побывала Юлия Важенина. Кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» узнается буквально с первых нот. Вот только немногие знают, что это произведение – творение рук народного артиста РСФСР, композитора Микаэла Тривердиева. Именно его творчеству и посвящается программа открытия нового сезона капеллы. Тривердиев известен не только музыкой, кинофильмом, а в особенности, конечно же, это «17 мгновений весны», это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Но Тривердиев писал очень много музыки. Так что мы попытаемся приоткрыть завесу, что же еще пишет Тривердиев. Задача такая, чтобы именно мы могли войти во внутренний мир данного человека. Потом со всей очевидностью можно, понимаете, услышать такие выражения у зрителей. Как это было прекрасно. Вот это, видимо, одна из самых главных необходимых условий и целей нашего в целом творческого коллектива. Скрипичная, медная, духовая группы, ударные и даже арфа и орган. В арсенале симфонии капеллы представлена практически вся палитра инструментов. Только в оркестре задействовано более 60 музыкантов. В числе артистов капеллы есть и солисты. 5 лет назад в коллективе появилась новая вокалистка. Юлия Маркитанова приехала в столицу Чувашии из Омска. Что же я рада и не рада, да, увидеть только на... Открытие сезона я буду исполнять оперу, монооперу Тривердиева «Ожидание». Очень интересное произведение, глубокое произведение. Сейчас репетиции идут полным ходом, а уже 8 октября в стенах Чувашского драматического театра имени Иванова ждут всех поклонников музыкального искусства. На открытии нового концертного сезона симфонической капеллы, уже 52-го по счету. Уважение на Борис Андреев, Республика.